Так, по определенным житейским моментам сейчас нахожусь в Моздоке уже длительное время. И вот сейчас хочу показать, время есть свободное, что я хочу сделать. Здесь в родительском доме, в конце огорода, вот дом вон там, в конце огорода есть вот такой объект. Речка. Вот речечка, она небольшого течения, сейчас попробую показать примерно какого. Для гидроэнергетики, я думаю, не такое уж большое течение. Вот смотрите, вот она, веточка плывет. Вот. Но если поставить большое колесо здесь, вот, чтобы рычаг был побольше, то я думаю, с этого потока можно снять, ну, ватт 50, 100. Да даже если 50 стабильно будет приходить с гидроэлектростанции, я думаю, это просто шикарно. Вот, и вот думаю сейчас над реализацией именно этого проекта теперь. Гидроэлектростанции. Генератор есть, автомобильный, переделанный для ветряка. В общем, попробую начать проект колесной гидроэлектростанции.